Теперь у нас вообще красота какая образовалась. Двести шестьдесят шесть, 1,35. Сейчас пойдем выше сходим. Но на 300, правда, задирает уже. 1,8. Один почти, иди почти, к двум уже идет. Да. Стремится вверх. А где-то... Где-то до 292 вообще идеально все. Сопротивление немножко выше получилось. Можно куском кабеля согласовать, и будет хороший КСВ вообще. Реактивность маленькая, небольшая совсем. Так что антенна работает и должна хорошо работать.